Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку, арт-пространству Эрарта. Очень хорошая выставка там проходит. Выставка скульптур из коллекции Сальвадора Дали. Это выставка, часть коллекции Дали, собранной президентом компании Дали Universal Беньямина Леви. Это коллекционер и знаток творчества Сальвадора Дали. Эти скульптуры, которые выставлены в Эрарте, показывали по всему миру. На Вандомской площади в Париже в 1995 году, во Флоренции, Родео Драйв, Бервилл-Хиллз в 2016 году, в Нью-Йорке, ну и так далее. И каждое произведение Сальвадора Дали на выставке имеет сертификат подлинности и представлено в специальном каталоге скульптур Сальвадора Дали. У нас, конечно, этот Беньямино Леви первый представил итальянской публике таких известных по всему миру художников, как Миро, Магрит, Массон, Кандинский, Дикирко, Пикассо, Дали, ну и так далее. Леви был восхищен ранними скульптурами Дали, привезенными из Парижской галереи, и поддержал желание мастера сюрреализма вернуться к скульптурной форме. Он заказал художнику серию бронзовых скульптур, основанных на сюжетах из самых известных картин знаменитого сюрреалиста. На выставке в Эрарте представлены работы Адама и Ева, «Благородство времени», «Алиса в стране чудес», «Дань моде», «Поклонение Терпсихоре», «Улитка и ангел», «Видение ангела», «Космическая Венера», «Единорог». Интересные работы, которые можно разглядывать долго. И обстановка там, конечно, очень такая, позволяет это делать. Хороший фон этой выставки. Звучит некая такая музыка, птички поют. Стрекочет что-то такое. Можно посидеть, просто посмотреть на скульптуру. Интересно, интересно, конечно. Говорить о Дали я не буду. Кто хочет более глубоко узнать об этом, ну, интереснейшем, как мне кажется, об этом художнике, может прочитать книгу Сальвадора Дали. Она действительно интересна. Интересна тем, что рассказывает о неординарном человеке. Можно воспринимать это искусство, а можно не воспринимать. Но, во всяком случае, мне кажется, просто интересно разглядывать то, что выставлено. Ассоциации могут быть разные. Это же и здорово, когда у одного человека одна ассоциация, у другого другая. Другая, когда он смотрит на какую-то скульптуру. Вот я просто хочу вам показать и порекомендовать, кто будет в Санкт-Петербурге, сходить на эту выставку. Действительно интересно. Рекомендую. Все, пока. Всем привет. До свидания. Всего хорошего. Приходите на выставку. Пока-пока.